Внимание! Вы готовы к новому арт-челленджу? Пусть выпадет что-нибудь классное. Милая обезьянка. Ты сам как обезьянка. Это очень просто. Тут все дело в контурах. Смотрится классно. Ну, а я могу лучше. Сначала складываем бумагу и еще раз снизу. Теперь рисуем верхнюю часть морды. Уши и все такое. Затем добавляем остальное. Закончили глаза. Нарисуйте брови и нос. Затем дорисуем нижнюю половину. Вау! Заполняем пробел. Какие страшные зубищи. Не очень дружелюбно она настроена. Не забудьте раскрасить. Продолжаем. Почти закончили. Возьмем другой цвет. Рот почти готов. Остался только язык. Глядите, какая обезьянка. Совсем не страшная, правда? Эй, милашка, да? Круто! Только не подходи ближе. Не так уж и страшно. Вау, мне это кажется? Или это правда гигантская горилла? Зои! Ох уж эти детки. Да ладно. Я так испугался. Давайте посмотрим на ваших обезьянок. У меня милашка. Для новичка неплохо. Зои? Да-да. О, божечки. Ты победила, Зои. В следующий раз повезет, Мэтт. Внимание, внимание! Что же нас ждет? Рисуем... дерево! Тут надо использовать особую технику. Она и правда талантлива. Но мне не о чем беспокоиться. Ведь я тоже знаю пару трюков. Отстань. О, Зои! Посмотри, что ты натворила. А не надо было подсматривать. И что теперь? Вся бумага в чернилах. Да. Мне кое-что понадобится. Эй! Спасибо, мне нужнее. Так, я все собрал. Берем чистый лист. Выливаем чернила. И дуем на них через трубочку. Направляем вверх, вот так. Цвет должен идти в разные стороны. А это будут ветки. И не забудем про цветочки. Эй! Как вам? Вот это да! Просто чудесно! Ты это сам придумал? Не хочу показывать свое. Просто ужас. Могло быть и хуже. Ну и ладно. Ты победил, Мэтт. Я специалист по деревьям. А вот и следующий раунд. Смотрите, как крутится. Оранжевая. Это раунд-сюрприз. Ничего не поняла. Спросите меня, я знаю. Удочка? Не. Погодите, я понял. Да, Брайан? Машинка? Нет, не машинка. Это единорог. О-оу. Это я могу. У меня их миллион. Я их просто обожаю, видите? Она точно с ума сошла. Круто, да? Хорошо, хорошо, время пошло. Не так уж и сложно их рисовать.
Тут главное побольше цветов. А фломастеры на пластике не высыхают. Так что, если как следует заштриховать и добавить воды, цвета смешаются. Прижмите сверху лист бумаги, и получится эффект тай-дай. Что бы вы ни изобразили сверху, смотреться это будет потрясающе. Можно просто закрасить силуэт черным. Видите, как выделяется на фоне цветов? Здорово, правда? Время уже вышло? У меня все готово. Мог бы и не говорить, я и так вижу. А как у тебя дела? Ничего не нарисовала, Мэдисон. Да, у меня и так многовато единорогов. Нет, мне не предлагай. Окей, как хотите. Не люблю, когда она такая грустная. Вот, хочешь мой рисунок? Единорогов много не бывает. О, как мило. Интересно, что он приготовил на этот раз? Да, пицца, ну конечно. Это намного проще. Надо выбрать удачный пример. То, что надо. Обведем форму. Так, я буду рисовать этим фломастером. Придумал. Вот так. Пицца. Кажется, чего-то не хватает. О, а что если сделать так? Просто соединяем буквы здесь и здесь. Добавляем начинку и раскрашиваем. Надеюсь, я выиграю. Есть охота. Переходим к желтому сыру. А вот и пепперони. Ой, время вышло. Йети хочет посмотреть. О, нет, я только начала. Вот мое, но я не закончила. А вот мое, Йети. Надеюсь, тебе понравится. Да, я победил. Пицца моя. Вау, какая огромная. Сложу ее пополам. Вау, как аппетитно. Приступим. Вау, Томас, вот это да. Интересно, что мы рисуем дальше? Ого, цветочек. Ну все, поехали. Это сложнее, чем рыбки. Какой цвет подойдет? Он такой розовый, красивый. Дошло, вот и решение. Берем вот этот цвет. Черный. Теперь я готов запечатлеть цветок. Не знаю, что он задумал, но выглядит странно. У меня точно получится цветок. Рисуем один лепесток за раз. Теперь внутренний слой. Так здорово выходит. Готово. Намного проще рыбы. О, время вышло. Вот мой рисунок. Я нарисовал все эмоции, которые ощутил, когда посмотрел на цветок. А вот мой цветок Йети. Круто! Йети он понравился больше. Какой же он красивый. Пора перекусить. Эй, можно я первая? Вау, крохотный ролл. Эх, да тут и есть-то нечего. А я уже проголодалась. Глазам не верю. Такой малыш. Да уж, даже палочки миниатюрные. Маловато для моих пальцев. Как аппетитно. Рада это слышать. А, вот и все. Словно ничего и не ела.
А что на твоей тарелке? Сейчас посмотрим. Эта штука больше моей головы. Все еще голодная? Ну, сейчас я на тебя наброшусь. Ах, эта штуковина такая свежая и аппетитная. Как бы к ней подступиться? Я готова начать. Нет. Так-то лучше. Да что ж такое? Придется руками. Ну или вот так. Вау. Эй, Венди. Что? Нет. Ты хоть дышать не забывай. Пожалуй, мне тоже достанется. Ох, да чего же классно. На здоровье. Эй, здесь какая-то ошибка. Скучно. Ничего себе. Эмма, взгляни наверх. Мы все еще живы? Твоя тарелка уже не пустая. Это все мне? Она такая ароматная. Не терпится узнать, что у меня. Это что, шутка такая? Да тут всего на один зуб. Надо взглянуть поближе. Это крошечная картошка фри. Так нечестно. Почему тебе всегда везет? Приятного аппетита! О, чуть не забыла. Разве можно есть картошку без кетчупа? Вот так! Вау! Такой вкуснятины я еще не ела. Не могу на это смотреть. Ладно, займусь своей. Эй! Можно? Мне бы всего капельку, пожалуйста. Окей, этого хватит. Зря я расстроилась. Кетчуп спасет ситуацию. Большая или маленькая, картошка фри всегда вкусная. На этот раз открою первый. Да, гигантская Ферреро Роше. А у меня такое же, но обычное. Да чего же здорово! Обожаю их! А это такое большое! Это нечестно. Почему у меня не гигантское? Вау! Размером почти с мою голову! Ну и ладно, съем маленькое. Выглядит совсем крошечным. Вкусно! Ну уж слишком мало. Эй, а свое ты есть будешь? О, точно. Сейчас разверну. Что? Конфета золотая? Как странно. Это же упаковка. Продолжай. О, поняла. Гляди, да чего же большая. А на вкус пальчики оближешь. Вот это да! Внутри конфеты поменьше! Скорее, доставай их! У меня теперь столько шоколада! Эй, подруга, а со мной поделиться не хочешь? Конечно! Вот тебе вместо шляпы! Шучу, шучу! Угощайся! Можно я первая, пожалуйста? Спасибки! Ух ты! Смотри, жвачка! Обожаю ее! Такая классная! Открой свою! Может, у тебя тоже жвачка? Вот это да! Это супер жвачка! Она невероятно большая! Моя по сравнению с ней крошечная! Вытяни немного, посмотрим, какая она! Просто отпад! Вау! Ладно, а теперь попробуем! Ох, вот если бы у меня была такая жвачка! Смотри, как круто я надуваю пузыри. У тебя все лицо в жвачке. Это так. Вау! Да, вот это пузырь. О нет, ты сейчас улетишь.
Спасай меня! Пока! Пришли открытку с места приземления! Я так высоко! Ух ты! Земля так красива отсюда! Быть одной так скучно! Жвачки пожевать, что ли? Может, это поднимет настроение? Я падаю! Ура! Ты вернулась! Я скучала! Зачем пить одну колу, если можно пить три? Хотите? Вау! Какая огромная! А здесь максимум полстакана. Сколько тут? Два глотка? Я уже все, видишь? Помоги, пожалуйста. И взяли. Наклони ко мне, ладно? Наклоняю. О, ты уверена, что это хорошая идея? Ой, очень газированная кола. О-оу, есть здесь ванная? Мне пора. А пока ты там... Что? Неудивительно, что ей нужно в туалет. Я пошла не в ту сторону. Эй, только посмотри на это. Это так странно. Никогда не видели взрослых мужчин, играющих с мишками? А? Один мармеладный мишка? У меня тоже один. И как его есть? Нет? Отличная попытка. Но мне и этого хватит. Я не очень люблю мармелад. Но попробовать можно. Может, начать с головы? Неплохо. Он со вкусом вишни? Лучше, чем я думала. Так сочно. Ты правда съешь все целиком? Не могу смотреть. Ни о чем не жалею. Но лучше бы на мне было платье побольше. Это была целая куча сахара. Теперь хочется солененького. Вот эти ничего такие. Интересно. А, точно, вот ваша еда. Эй, нам достались бургеры. И такие разные. В этом миллион булочек. Уже хочу его съесть. Вкуснятина. Почему твой такой огромный, а мой такой крошечный? Я тоже люблю большие сочные бургеры. Разве я не заслужила вкусную еду, как у Беллы? Мне хотелось бы поблагодарить шефа, благодаря которому стал возможен этот бургер. Я никогда не забуду эту первоклассную говядину. Стоп, не бывает Оскара среди гамбургеров. Лиззи, ты чего такая грустная? Вот, откуси немного от моего бургера. Белла? Ты думаешь о том же, о чем и я? Вот как надо есть бургеры. Так они куда вкуснее. Не могу не согласиться. Я могу съесть куда больше. Лук? И даже он ничего. Похоже, мы с ним расправились. Согласна. Держи половину последнего кусочка. Для этого и нужны друзья, верно? В этот раз я первая. Не может быть! Это кубический арбуз. О, гляди, какие милые уголки. Иди к мамочке. Я так и думала, это торт. Я бы тоже хотела торт в форме арбуза. Где там моя любимая ложка? Так я смогу есть гораздо быстрее. Слои такие вкусные. У тебя крем на лице. Теперь снова красотка.
Посмотрим, что у меня. Оу, настоящий арбуз. Так и знала, что будет что-то круглое. Ха, супер! Вау, ты нарезала его прямо руками? Ага, выглядит аппетитно, не так ли? О, я еще кое-что придумала. Берем миску и переворачиваем. Теперь с ее помощью можно вырезать круг. Легко и быстро. Построим арбузную пирамидку. Последний слой. Отлично! Теперь добавим фруктов для украшения. И ежевику сверху. Гляди, получился фруктовый торт. Супер! Спасибо, можно пробовать. Вау, так сочно! А вот и сам арбуз. Отлично, теперь-то я разобралась в фигурах. Я снова открою первый. Ага, и что это? Может, головка сыра? Попробуем и узнаем. Ха, не получилось. Ничего не понимаю. Так, надеюсь, нож поможет. Ну же, режь. Хотя бы кусочек, что-нибудь. Даже не знаю, что тут сказать. Открою свое. Да, шоколад с клубникой. Обожаю его. Мой любимый вкус. Открою скорее. Какие милые квадратики. Пора перекусить. Шоколадно и клубнично. Очень вкусно. Не могу остановиться. А вот и последний кусочек. Вау, что-то происходит в животе. О, черт, нечто странное. Да что это такое? О, да, у меня появился пресс. Спорим, у меня столько силы, что я банку открою. Да, получилось! Я крутая! А теперь следующий трюк. Оу, не поранься! Окей, и что мне с этим делать? Спорим, я и стол подниму. Да, я силачка! Эй, приложи свою силу к моему челленджу. О, точно, отличная идея. Слегка щелкну. О, идеальный кусочек. Наконец-то я попробую свой сыр. Вкусно. Сделай еще. Вау, сколько сырных кубиков. Целая гора сыра. Эй, куда это она делась? Привет, я вернулась. Я теперь сильная. Ха-ха! Вау, и правда, молодец. А теперь поставь меня на место. Ладно, была не была. Вау, очень впечатляет. Сможешь нарисовать? О, черт, ладно. Что-то типа этого? Ох, ты ничему не научилась! Вон отсюда! Возвращайся к челленджу! Хочешь в этот раз быть первой, Клэр? О, кукурузные чипсы! Интересно, с каким они вкусом? Есть только один способ узнать. Ах, как вкусно! Ой, посмотрите на меня, мне так вкусно! Кто вообще так ест? И почему именно мне достались лаймы? Ненавижу кислое. Ну, возьму одну половинку. Фу, кислятина! Похоже, этот раунд выиграла я.
Я просто не могу остановиться. Они такие солененькие и вкусненькие. Если бы можно было есть еще быстрее. Осторожно, Клэр, у тебя живот разболится. И где теперь твои манеры? Ну, вот и все. Эй, Клэр. Да? Хочешь, покажу кое-что крутое? Смотри, какое у меня лицо из-за кислого. Все не так уж и плохо. Можно попробовать? Посмотрим, какое у меня будет лицо. Боже, какая кислятина! Но одним движением... Нет, мне слишком кисло. Поменялось! А сейчас? Сдаюсь, я больше не могу. Готовы? Стой! Сможешь собрать кубик Рубика? С удовольствием. Это еще что такое? Джули же не смотрит, да? Отлично, потому что я хочу поменяться. Почти готово. И вуаля! Вот это да! Ну что, поехали? Джули, ты первая открывай. Ой, и что это? А у меня что? Шоколад! Как я рада! А чем оно пахнет? Ой, кажется, я опалила нос изнутри. Готово? Раз, два, три, поехали! Вот так, девчонки, нужно слезать все до капельки. Берегите носы. Джули справляется с васаби, как настоящий чемпион. Клэр тоже не отстает. Осталось совсем немного. Продолжайте еще чуть-чуть. А, как же жжется! А если поднять тарелку? Готово! Ну, во рту какое-то странное ощущение. Фу! Джули, с тобой все в порядке? Скорее звоните пожарным! Потому что у нас тут пожар! Держись! Я спасу тебя! Ничего себе! Сколько пены! Клэр, думаю, теперь все хорошо. А это было жестко. Так, на чем я остановилась? Ах да, нужно доесть шоколад. Хорошо проводите время, девушки? Мило. Статуя свободы. Интересно, какого она размера? Ну все, перерыв окончен. Пора сыграть еще один раунд. Оливия, готова? Выбирай внимательно. Что у тебя? Отлично. Поехали. Это тайное место требует творческого подхода. Мне это точно понадобится. Вау, это что, статуя свободы? Даже статуи любят отдохнуть у бассейна. 10. Иду искать. На этот раз я тебя найду. Клэр, здесь нечем дышать. Может, она на улице? Что это? Откуда у нас взялась статуя? Вау, выглядит довольно безумно и пахнет как сэндвич с индейкой. А глаза у нее двигаются? Клянусь, я видела, как она моргнула. Думаете, статуи могут чихать? Ну уже, она не может быть настоящей. Совсем не двигается. Тут должно быть какое-то объяснение. Ой, как чешется! А? Наверное, мне уже кажется. Только если... А? Чи? Не может быть! Я так и знала! Так и знала, что это ты, Клэр! Кто бы мог подумать, что ты такая изобретательная? Мне было весело. Нет! Даже птицы думают, что я статуя. Я не подумала об этом. Тянем карточки. Готова, Клэр?
Теперь я ищу. А мне нужно будет прятаться. Спрятаться на улице не так-то просто. Ни одного укрытия. А здесь? О, а вот это может сработать. Придется притвориться мусорным пакетом. Оставь дырочку, чтобы дышать. Оливия, я иду тебя искать. Я знаю, что ты в бассейне. И сейчас я это проверю. Затаилась, наверное, на дне. Эй, есть здесь кто-нибудь? Я была уверена, что она там. Эй, ты мою подругу не видел? Оливия! Мне нужно отдохнуть. Но она же должна быть где-то здесь. О, нет, мусорщик приехал. Подождите, это не мусор. А? Этот мешок весит целую тонну. Ненавижу эту работу. Ой, что это за запах? Это я, понятно? Я только что вернулась домой с городской свалки. Я слишком хорошо спряталась, так что даже мусорщик меня не нашел. О, пахнет протухшим сыром.